Здравствуйте. Сейчас мы находимся на крыше дома, где расположилась первая в Киеве и крупнейшая в Украине промышленная солнечная электростанция на крыше многоэтажки. ДТЭК обеспечивает существенный вклад в трансформацию украинской энергетики. Мы подключаем к инфраструктуре электрических сетей новые объекты зеленой чистой генерации в 5 регионах Украины. Благодаря таким проектам мы вносим свой вклад в достижение глобальной хорошей цели – сделать нашу планету, нашу страну, наши города чище, а энергетику более безопасной и более зеленой. Это вклад нашей компании в декарбонизацию украинской и мировой энергетики. В свое время мы рискнули мечтать, а потом рискнули воплотить эту мечту в жизнь. От идеи до запуска станции мы шли 2 года. Мы не просто построили солнечную электростанцию, мы реализовали новый формат СЭС. Промышленная электростанция на крыше жилого многоэтажного дома. Для нас это очень важное и знаковое событие. Фактически, сегодня жилые дома постепенно превращаются из обычных потребителей электроэнергии в тех, кто ее производит, и в тех, кто ее продает. Подключая к сети подобные станции, операторы систем распределения вносят свой большой вклад в общие усилия государства и бизнеса в Украине построить безопасное и экологичное будущее для всех поколений украинцев. Наша станция состоит из 1200 солнечных панелей и занимает площадь более 4000 квадратных метров. Суммарная стоимость проекта – $330 000 США. Ее мощность составляет 330 киловатт. При солнечной погоде за 1 час работы такая станция обеспечит полную зарядку батареи 8 электромобилей. Станция платит арендную плату ОСББ дома, на крыше которого она установлена. Жители, получая средства на развитие своего дома, также имеют отремонтированную и ухоженную крышу. Я мечтаю, чтобы в будущем жители домов становились полноценными совладельцами наших солнечных станций на крышах собственных домов и получали от них доход и киловатты чистой электроэнергии. Такие проекты – это не просто бизнес, это вклад компании ДТЭК в развитие зеленой чистой энергетики нашей страны. Только в 2019 году 5 операторов систем распределения ДТЭК-сети подключили 55 солнечных электростанций общей мощностью более 530 мегаватт. А с начала 2020 года эта цифра, включая накрышную станцию на Троещине, уже 49 станций и, соответственно, более 340 мегаватт. В планах до конца года подключить еще 26 солнечных электростанций мощностью более 220 мегаватт. Такие проекты – это вызов. Это вызов для нас, как для оператора систем распределения, потому что они требуют постоянного совершенствования и постоянного обновления. Но это точно будущее, которое становится настоящим уже сегодня. Это энергетика, которая живет на крыше вашего дома.